вакцинация не убивает вирус. Она формирует резистентность организма, устойчивость. Друзья, вы вводите умершвленный... Можно об этом еще раз? Жекель назвал утверждение... Который сейчас слышит, да? И организм дает иммунный ответ, иммунную реакцию вируса. Соответственно, формируется вот это и этот иммунитет. Да, он временный, да, он не от всех штаммов. Но если иммунитет уже сформирован к гриппу, то вы, говорят многие врачи, которые, по моему мнению, тоже не глупые люди, гораздо легче перенесете грипп, нежели бы вы его встречали без прививки. Сейчас идет голосование. 218-32, если прием. Меня Павел зовут. Павел, здравствуйте, приветствую. Знаете, я не привлекаюсь уже много лет, мне почти по 50, и я могу вам сказать такую простую вещь. Прививка – это то же самое, что я хоть астмой и болел грипп. Аудиозаписи из кабины. Возгорание. После трагедии СМИ проанализировали... Самолет трижды совершал экстренную посадку. Теперь же заявление египетских властей о наличии следов взрывчатки на телах погибших.
Thank you.